Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас распаковка второго моего заказа из компании Siberian Wellness. Заказ на 200 баллов, вот такая небольшая коробочка. Получается, доставка бесплатная по Саратову от 3000 рублей, прям сделала заказ примерно в 8 вечера, в 12 на следующий день уже привезли заказ. Очень быстро, оперативно и классно. Конечно, так не во всех городах, у нас просто в городе есть ЦОК, это центр обслуживания клиентов. Вот тут уже лежит накладная, такая небольшая, и посмотрим, что я заказала. О, целая коробочка всяких вкусняшек. Самый знаменитый продукт в компании Siberian Wellness — корень. Его еще называют, какое-то у него есть название интересное, ладно, не буду говорить, а то сейчас что-нибудь неправильно скажу. Корень — это бальзам широкого спектра действий, в основе бальзама 16 дикорастущих растений. И с этим бальзамом можно делать как натирание, полоскание. Если насморк, то прям вот скручивать ватные такие жгутики в нос, пропитывать бальзамчиком, в нос вставлять. У него очень много, там такой список показаний, как можно использовать. Я, кстати, завела таки все-таки свой чат, где начинаю уже потихоньку его наполнять, и буду писать о продукте, потому что вот этот продукт меня очень впечатлил. Я его раньше уже заказывала для родителей и для себя. У нас закончился, и сейчас думаю, надо его срочно повторить, потому что при заболеваниях, когда вот, например, заболеешь, простуда, что-то еще, вот первое, куда бежать? Мы же не бежим в больницу, то есть начинаем как-то лечиться подручными своими продуктами какими-то. Вот пахнет таким хвойным лесом, прям хвойный. Посмотрю, какой у него цвет, то есть такой, как молочко, беловато-желтого цвета. Ну, конечно, сейчас запах будет на всю комнату стоять. И если интересно, напишите, я вас могу также в чат добавить, чтобы почитать о продукции, можно вопросы будут позадавать. Ой, слушайте, классно пахнет. Но до этого я брала коричневый. Я так поняла, что у них состав практически одинаковый, поэтому решила в этот раз попробовать зеленую упаковку. Так, я заказала еще две пачки Эльбифида. Это что у нас? Для нормализации пищеварения и баланса микрофлоры и кишечника. Особенно если вдруг получилось так, что пили антибиотики или кололи антибиотики, то обязательно нужно пропить пребиотик, который восстановит работу кишечника. Поэтому вот эти продукты очень нужны многим, у кого, да, какой-то дисбаланс в кишечнике. И о продуктах тоже подробно можно всегда читать на сайте. Что мне нравится, то есть полностью описание, состав, все сертификаты, которые, да, вот соответствуют всем стандартам качества, начиная GMP, да, европейский, даже в Германии пройдена вся сертификация, потому что там очень жесткий контроль качества. И даже есть сертификат халяль, то есть даже люди, да, восточных стран могут спокойно пользоваться этими продуктами, сертификация вся пройдена. Так, вот этот продукт я оставлю на потом. Так, что это такое? Бальзам Форте, расслабляющий для шеи и спины. И, кстати, этот бальзам, он шел по акции, если заказ более 4000, то его можно было заказать всего за 150 рублей. Что я и сделала. Вот такой небольшой бальзамчик, 50 миллилитров. Моментальная помощь при чувстве дискомфорта и скованности движений. Бывает, иногда бывает. Кстати, аромат похож с вот с этим продуктом корень. Чуть-чуть другой. Сейчас я тоже его... Ой, а он просто как гель. Смотрите, он вообще прозрачный-прозрачный. Гель, такой маленький бальзамчик. Мне такой еще надо, как всегда, для себя и для родителей. Нет, он совсем по-другому пахнет. У него такой ментоловый сразу вкус, такой освежающий. То есть травы и ментол. А что у него в составе? Да, кстати, что мне нравится, что продукция не тестируется на животных. Так, состав не вижу на английском, только ингредиенты, поэтому переводить я точно не буду, но кому интересно, на сайте можно посмотреть. Так, следующий продукт, что это? А, витамин D3, вот, то, что я очень хотела, кстати, заказала, сейчас вижу, он на сайте идет со скидкой, потому что каждую неделю на сайте выходят новые скидки на разные продукты, вот, D3, его тоже капельки нужно пить каждый день и взрослым, и детям.
чтобы были здоровые, был крепкий иммунитет. Такой вот коробочка, такая аккуратненько все. Оформление, кстати, очень нравится, такой дизайн приятный. Так, взяла еще один набор истоки чистоты, потому что с дочкой вместе начали сейчас делать чистку. Сейчас пропиваем сначала пик, это такой порошочек, чтобы почистить кишечник, ЭПАМ 11 и чай для пищеварения, для улучшения пищеварения. То есть мы пьем это некоторое время, и потом начинаем истоки чистоты. И уже только потом, там, кстати, еще печеночный чай нужно купить, то есть для печени. Вот, так что я еще скоро буду отправлять заказ, чтобы чистка прошла там, ну, чтобы все правильно было. И уже потом только тригельм, потому что кто-то меня сейчас спрашивал. Я хочу купить тригельм, то есть это классная антипаразитарная программа, но к этому нужно относиться очень аккуратно. Я прежде чем начать это все пить, я все изучила, прочитала, чтобы это было безопасно. Поэтому тоже не торопитесь сразу все заказывать, потому что тригельм его пьют уже потом, когда пропили истоки чистоты. Иначе как бы не будет такого эффекта антипаразитарного, как хотелось бы. Так, что у меня здесь? Два бокса. Пульс-бокс. Какой он классный. Это я заказала для мамы, когда я рассказала, что я стала работать с этой компанией. Ого! Тут пакетики. То есть здесь три вот таких капсулки. Кстати, так интересно. Одна, наверное, омега черненькая. Я не знаю, что здесь. И еще одна капсулка. То есть нужно выпивать один раз, ну, в день одну капсулу, вот такую вот, один пакетик, одно саше. И для чего? Нормализуется давление и улучшает работу сердца. То есть это вот для того, чтобы, как говорится, у меня мама, у нее такое давление иногда как подпрыгнет, и назад никак. И я прочитала, что это очень здорово помогает, поэтому мамочке решила сделать такой вот подарок. Для дочки я заказала природный регулятор сна и настроения, органический магний. То есть это тоже такой вот бокс, релакс-бокс, чтобы нормализовать настроение, состояние, потому что она у меня никак не отойдет после университета, настолько ей там подорвали, сколько здесь травок. Кстати, знаете, что мне понравилось? Что можно, кто не... Ну, бывают же такие люди, которые не могут проглотить такую капсулку. Ну вот просто, не могут и все. Можно этот порошочек высыпать, например, в еду и съесть едой. Представляете? То есть все нормально. Так, тут тоже целая коробочка защиты от стресса, чтобы была стрессоустойчивость. И теперь перейдем к самому вкусному. Вот такой пакетик, это жевательный мармелад, персик и манго. Я, кстати, тоже брала один раз, когда я покупала зубную пасту, как раз корень, и я брала мармеладки. Думаю, дай-ка я попробую. Я брала чернику, а других просто не было на складе. А, нет, я брала с черникой, что ли. То есть какой-то там еще для зрения. То есть думаю, о, польза для зрения. Но он мне не очень понравился, как бы я его вроде так ела-ела, но потом еле-еле доживала. Так, здесь целая упаковка. Сколько здесь объем? 100% суточной нормы биотина в трех мармеладках. То есть вот сразу обозначили, не больше трех. Так, 90 грамм здесь всего, но мармеладок много. Вот такие мармеладки. Персик. Прям. Слушайте, вкусно. Мне еще... Рука, видно, была в этом бальзаме. У меня чуть-чуть вкус бальзама во рту. Но все равно мармеладка. Да, вот эти вкусные. Такие я брала черненькие, прям, по-моему, с черникой. Вот они мне не очень понравились. Вкуснятина. И та-дам! Что это? Я все-таки решила себя побаловать, так как я еще тот парфюмерный маньяк, каких не сыщешь. Ну, хотя я видела по вашим комментариям, что очень многие люди тоже обожают парфюмерию, и у них есть даже ароматов больше, чем у меня. Так, сейчас попробую открыть как-то, чтобы не испортить коробочку. Единственное, что мне не понравилось, то, что нет пробников. То есть они вроде бы как есть, но их нет на складе. Ну, там каких-то есть парочку-троечку.
пробников нет, и я рискнула заказать вообще просто без дегустации. Со мной такое в первый раз, тем более, что аромат не дешевый, он стоит 1700 рублей. Такая у него простая, прям вот самая наипростейшая упаковка. Кстати, даже у селективных ароматов, которые стоят там 3600, 5000, 5600, у них тоже очень простой дизайн, и все флаконы одинаковые. И вот, конечно, я привыкла к разнообразию форм, цвета и так далее, но, говорят, ароматы классные. Я никак не схожу в центральный офис, чтобы там продегустировать все, но... Почему? Как я этот аромат выбирала? Просто увидела название Dark Vanilla and Cherry Blossom, и у меня сразу просто, я даже другие не смотрела. Я его в первый заказ не заказала, потому что да, большой заказ получился, и думаю, потом отложу, нужно сейчас для здоровья сначала взять. Аромат не на первом месте, ароматов у меня полно. А потом выходит гороскоп по знакам зодиака, и там мой аромат как раз этот. Ну как так? Ой, как вкусно пахнет, я его даже на коже прям могу смело наносить специально сегодня. Кстати, вот так вот не рекомендуют делать, как я привыкла. То есть нужно нанести аромат на кожу и дать ему осесть, чтобы он сам вот раскрылся. Ой, прям классный какой мой аромат. Вот действительно, как я люблю. Он не нежный и дерзкий, звонкий. Я в нем чувствую цитрусовые нотки, еще какие-то фруктовые, цветочные. Самое главное – цитрус. Я когда прочитала, что там есть цитрусовые и фруктовые, думаю, это классно, потому что если в аромате только цветочные ноты, я его не воспринимаю, не люблю. Супер! Вот просто я очень довольна. Вот такой заказ, он небольшой, но зато... Все нужное, все полезное, и скоро буду оформлять уже следующий заказ. То, что мне нужно, уже да, начинаю вникать. Особенно, кстати, очень хвалят. Есть такой розовый куб для волос и ногтей. Он стоит порядка 1000 рублей всего-навсего. И я прям вот смотрю в чате, очень много результатов выкладывают до и после, там, через 3 недели, через месяц. Особенно у мужчин, вот у них, да, бывает такая залысина сильная, даже у молодых, и она прям зарастает. Девчонки скидывают, у них вот так вот много-много волос растет уже новых, так что прям классно. И еще объясню, вы можете регистрироваться как клиент привилегированный и получать кэшбэк. В зависимости от суммы заказа кэшбэк будет от 5 до 15%, то есть там чем выше заказ, от 100 баллов уже 15%. Или вы можете стать партнером, бизнес-партнером, и тогда у вас будет кэшбэк от 100 баллов 25%. Но тогда нужно будет каждый месяц делать минимум 100 баллов, чтобы всегда сохранялся этот кэшбэк. Поэтому я оставляю ссылку под видео на регистрацию. Вы увидите, там сверху можно переключиться. Клиент-партнер, клиент-партнер. Чтобы зарегистрироваться как бизнес-партнер, увидите оплату 250 рублей. Эту сумму нужно оплатить в течение 3 дней. Если не оплатите, вас автоматически в клиента перекинет. Поэтому, если регистрируетесь, а я вам вдруг не звоню, потому что тут была такая ситуация, что мне не прислали письмо, что у меня новичок, хорошо, девушка мне сама написала, то вы просто мне пишете: «Лиля, я в твоей команде, срочно со мной свяжись и помоги, с чего начать». И я вас подключу к чатам, объясню, что делать, с чего начинать. И неважно, клиент вы или партнер, да, все равно я вам буду очень рада. Пишите, да, встреча. Спасибо вам за внимание, всего доброго, пока-пока.